сегодня есть возможность поснимать и показать для вас занятия медитации. Камень, ножницы. 8, 9, 10, 1, 12, 13. Так, всем доброе утро. Время у нас сколько, Ник? 8 утра, да? Ник тут занимается. Это чьи тапки вообще? Расскажи. Мамины. А как ты их одела? Угу. А как надо? Будем как надо одевать или так будешь ходить? Так они даже не падают. Так не падают, я понял. Как тебе такой Илон Маск? Так, Николь, ладно, будем омлет готовить? Я макать. Но это тебе, а мне омлет будем готовить? Да. Давай, ты готовишь мне омлет, я готовлю тебе глазунью, давай. Окей. Окей. Взбивай. Поехали. Малиновая лада. Один пошел. Давай, оставляй. Оставляй, не бойся. Давай второй. Второй пошел. Ник, пока взбивай. Посолите, а где соль? Кто взял соль? Давай, на, соли. Ник, мне кажется, хватит. Угу. Ника, миксер. Смотри. Опа, па-бам. Одной рукой. Никина яичница готова. Давай. О, а это мой омлетик, да? Угу. Папа, это не спалено, я только вот так и вот так. Надо по глазкам класть. От этого вкус еды меняется. Можно корочку отломлю? Я просто улыбку для панды хотел сделать, можно? А, ну я из хлеба хотела, ну ладно. Вот теперь точно приятного аппетита. Приятного аппетита, Ник. Ник, приятного аппетита. Приятного аппетита. Подписчикам расскажем, куда мы идем. На улицу. Что будем делать? Гулять. Мусор захватим с собой? Да. А с чем пойдешь гулять? Ты с самокатом или с велосипедом? Самокатом. С сумкой, с самокатом, вы как будто переезжаете. Угу. Ну что, хорошей прогулки вам. Все, давай. Пока, пока. Так, вышли мы на площадку. Николя тут первым делом уже круги наматывает на самокате. Уже очень уверенно она на нем просто. Я помню, она первые, скажем так, шажочки делала. Прям очень так неуверенно, там падала с него. И сейчас уже просто гоняет, как ветер. Да, Ник? Ты как ветер гоняешь. А мой дружатый попрыгунчик. Да, расскажи свою беду. Ну, что это? Мы вчера гуляли, у нас неожиданно пошел кто? Дождь. Дождь, да. И мы быстро собирались и, видимо, забыли Никин попрыгунчик, да? Где-то потеряли. Но мы же не расстраиваемся. Ну все в порядке, давай теперь мне кидай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я проиграл, выбирай. Я убегаю или Майя? Хорошо, договорились. Ну, догоняем. Ну. Ой, не упал, не упал. Догнала. Теперь ты убегаешь. Кошки в сыре. Раз, два, три, четыре. Подписчики, а вы будете с нами играть в прятки? А? Будете с нами в прятки играть? А? Будут, Ник? Будут. Будут? А кто вводит? Давай опять, на. Камень.
Я опять проиграл. Я следующий раз бумагу покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. Где же они? Так, залезли мы на качели. У Ники начинается период «я сама», все сама, качать ее нельзя, самокат помогать нельзя, велосипед помогать нельзя. Да, Ник? Ты все сама? Угу. Никуль, что подписчикам покажешь? Я сейчас буду залезать сюда. И что будешь делать, помимо залезать? Буду висеть. Висеть, сейчас покажем. До 20 провисишь? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Молодец, ты бы еще, да, провисела? Давай еще, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Подписчики, я сейчас увидите, как папа убивает камеру. Давай, снимаешь? Да. А ты пальцами точно камеру не загородила? Нет. Давай. Сейчас, подожди. Вот это да. Папа, ты-то наш такой, я тебя вижу. Классно. Классно? Да, а теперь я как умею. Ну давай, теперь ты как умеешь. Ну-ка покажи им. Ага. Два считаем. Считай, что три. Никуля проснулась, точнее, ее еле разбудили. И сейчас мы собираемся. Куда, Никуль? На тонс. На тонсу. Заплетаем косички, чтобы волосики не мешались, да? Никуль, расскажи, любишь ходить на танцы? Да. А хочешь еще куда-нибудь ходить? На пение, там рисование, плавание, не знаю, куда-нибудь еще хочешь ходить? Такая вот красота получилась, уж такие длинные волосы, посмотрите, прям. Ничь кудрявый, но все он длинный, вот уже у нее до лопаток, даже ниже лопаток. Уж такие красивые косички получаются. Никуль, ну что, идем на танцы? Да. А ты куда губы-то красишь? На танцы можно губы накрашены? Одна губа красит, другая губы красит. Все, мы вышли. Ника вот спешит быстренько. Потому что мы вышли, а до занятий всего 15 минут. Нам надо успеть, короче, дойти, переодеться. Благо танцы у нас рядышком. А еще сегодня есть... Почему я вообще этот выпуск? Потому что сегодня есть возможность поснимать и показать для вас занятия Ники по танцам. Да, Никусь? Да. Вы все давно просили, мы договорились. И вот это долгожданное видео. Ой, убежала! Догоняй ее! Фух! Я так не успеваю за тобой. Все, не успела. Цапелька, елочка, и цапелька, коленки прямые, прямые коленки, елочка, и цапелька, елочка, и согнули коленочку, и попробуйте удержать мячик, чтобы он не упал, считаю до 10, 5, 6, держим, кто разрешил держаться за стеночку, 7, остальное до 1, 8, 1, 2, а теперь можно чуть быстрее. Раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз. Передайте мяч. Раз, и, три, стоп, делаю. Раз, стоп, делаю. Везу. И сажусь во что? Бабочку. В бабочку. И прячусь носиком в бабочку. Еще раз. Еду. Спрятала ножки. Да, обратно везу. А ты что, не выпрямила ножки? Выпрямляй до конца. Пробуй. Вот. Носки закрыли ножки на мяч. И обратно везу ножками. Раз,
Спрятали. Умнички, поверили, что у меня полу стали. Теперь животик держишь? Подняла спинку и положила. Подняла спинку и положила. Только ножки вместе. Делай. Ножки вместе, вместе. И раз скорее. Я смотрю, самый красивый вертолет. И раз, поменяла ручки. Забери мячик. Два. Ксюш, забери мячик. Меняю ножки. Два, ручки вернее. Встань. И меняю ручку. Раз, взяла другой. И сама делаю. Два. Раз. Ножки прямые. Два. И к себе прижми его. Ник, вот так к себе. К сердцу прижми. К сердцу. Молодец. Поставила. И к сердцу. Меняй ножку. Ручку. Ручку меняю. Вот. И обратно. И раз поставила. Ниже. Отдыхаем скорее. Отдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Теперь спокойненько поставили. Охвали. Не роняем. Коленки прямые. Коленки прямые. Держи его сильнее. Вот так. Молодец. Только коленки какие? Прямые. Выпрями коленки. Выпрями. Сейчас я тебе поставлю ножки четко. Давай, схватывай. Вот, вот тут. Нажми сильно-сильно. И пошла, поднимай. Не роняй. Раз и обратно. Два. И раз. Давай, 10 раз. Два. Ручками. Чтобы он не упал. Называется упражнение координатора. Нет, ударь, ударь. Видишь? Хорошо. Вот. И смотрите на меня. Теперь я лежу и достаю до ножки мячиком, поднимаясь вверх. Смотрите. Раз и на место два. И раз и на место два. Ну-ка показываем, у кого самая красивая ножка. Поднимайся за ножку. Поднимайся. И на место. И рысь. И по на место. Теперь по ножке смотри. И по одной. Раз. И на место. И раз. Поняла? Я разрешу играть со мной. Раз. Ниже хвостики. Два. Три. Не прогибайся ровно. Четыре. Стоп. Пять. Ладошки свои смотрю. Шесть. Семь. Держись меня, не бойся, я тебя держу. Мы с тобой полетели. Я тебя держу. Молодец. Дальше. Я перехватываю, и ты ставишь ручки на пол. Нет, нет, не бойся, я тебя держу, держу, держу. Раз. Теперь я перекидываю ножки. И два. Все. Поняла? Поняла? Восемь. Отойди от меня, Настя, она сейчас упадет. Другую сторону. Девять. Десять. Аккуратненько спустили ножки. Похлопайте себе голову. Ручки сюда. Голову прячу, прячу, прячу. Сгибай коленки. Сгибай коленки. Вот. И помочь. Следующий. Не нужно сейчас твою ножку, только ножки касаются. Считай до 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Мышки на сыре живут. Семь. Восемь. Девять. Девять. И обратно. Два. И раз. Ксюша, отойди, пожалуйста. И два. Ну зачем тебе здесь это бутылка? И раз. И два. И раз. И два. У кого получилось? И тандер раз. И перенос два. И сели. Три, четыре. Ну-ка еще раз как мы делаем? Вытянули ножку. Пошли к ножке. Сами пошли к ножке. И соединили. Почему ты меня не встречал? Я тебя здесь встречаю. Она тебе через зеркало махала и говорит, ему не видно тебя. А мне не видно здесь. Посмотри сама. Видишь, посмотри. Как стекло сделано?
Как позанималась? Расскажи. Сколько наклеек дали? Две. Две? Ты все выполнила? Так, забрал Никулю, да? И меня. И тебя забрал, моя сладкая. Как день прошел? Как занятие прошло? Ты, если не расскажешь, ты хоть расскажи. Все отлично. Да? Сами все посмотрите.